В Омске снимут эпизод для исторического фильма об открытии арктических регионов России. Как будет сниматься картина, рассказали в международном пресс-центре МКР «Медиа» ее авторы, знаменитые путешественники Леонид Круглов и Владимир Филиппов. Они уже сняли один фильм «Вокруг света 3D», посвященный 200-летию первой русской кругосветки. Для своей следующей работы о Великом Северном пути авторы пройдут маршрутами землепроходца и мореплавателя Семена Дежнева. Хоть через Омск они не пролегали, но в библиотеке Пушкина хранится уникальное издание 17 века – чертежная книга Сибири. Она поможет документалистам найти ответы на важные вопросы. Какова была Сибирь в тот момент, когда в нее вступил Семен Дежнев? Потому что был Тобольск, был небольшой деревянный острог в Якутске, и дальше были какие-то совершенно неведомые земли. –